Так, Виктор Казуков, всем здравствуйте, и вам тоже здравствуйте. Ирина, привет, с Хабаровска. Так, Галина, добрый день, Валерий Костянович, не прислали грушу привитую. Нет, не так, наверное, мне прислали грушу привитую. Корни длинная болтушка, обернутая газета, я их прикопал до весны месяц газеты. Может, ее надо было снять. Да, газета – это мелочь, она сгниет так и так. Газета – это бывшее дерево, так что ничего страшного. Другое дело, что подробнее бы, откуда прислали. Фотографию бы прислали, посмотреть, полюбоваться. Вот, корни болтушкой для длинных дорог, да, годится. Когда хуже нет, когда делают длинная болтушка, а переезжать надо за километр, за 100 километров. Это уже не нужно. Вот. Так. Наталья, здравствуйте. Так. Казахстану, привет. Елена, Московская область, здравствуйте. Марина, Вологда, здравствуйте. Ирина, Полтавец. Валерий Константинович, приехали отличные саженцы от Сергея Валерьевича, яблони и слива, высота их 70 сантиметров после обрезки. Я их посадила на постоянное место. Когда по температурному режиму надо засыпать холмиком? И какой высоты холмик? Так мы уже посадили до середины саженцев. А, вы про это, про прикоп вертикальный. Сейчас скажу. Какой высоты холмик? До середины саженца, то есть 35 сантиметров высотой. И можно ли верхушку саженца обмотать стекловатой? Так, смотрите, все зависит от того, где вы живете. Значит, если просто, ну, например, вы живете на юге и где-то до средней полосы, можно вообще ничего не делать. Почему? До зимы приживется, никуда не денется. И вообще яблони надежные. А, ну и сливы тоже надежные. Теперь так, если вы все-таки северянка, то да, вы берете, окучиваете так, как картошку окучиваете. Вот. Правильно вы сказали, 30, но это где-то сантиметров 30 выше, чем она и так должна у вас быть на холме, так? А вы сейчас делаете лишний холмик дополнительно. Над холмиком холмик вот такой. Для того, чтобы он лучше там, ну это называют вертикальный прикоп, одновременно посадка. Видимо, вы видели мои фотографии. Вот. Можно это сделать, можно не делать, потому что я вообще не делаю, но мне почему-то никогда не умирает. Когда я пересаживаю. Я же пересаживал же яблони. В своей жизни пришлось это делать десятки, сотни раз. Все-таки у меня был промышленный сад для пожара. Теперь так. Стекловатой, стеклотканью, да, можно. И лишняя защита от морозов. И лишняя защита заменяет ненужную опасную побелку. И она же спасает от мышей. Вот. Можно было бы даже и не окучивать, если вы живете не где-то перед полярным кругом, а сразу вот как посадили, да, на холм. У меня вот сейчас под рукой, мне трудно найти эту фотографию, где я обматывал стеклотканью и говорил, ребята, особенно для северных районов и для мышей. Значит, вот так от самого низа обмотали. Получается защита от мышей, от солнечных ожогов вместо побелки. И от морозов. Но это для севера. Для юга посадил и все. Вот если мышей не боитесь. А стекловато я никогда не делал. Ну, наверное, стекловато, наверное, на по идее теплее даже. Вот. Но она же еще, по-моему, какая-то вредная. Она выделяет эти стекла. Какие-то частицы. Я не обматывал. Решайте сами. Я, если уж хотите мотать, мотайте с помощью стеклоткани. Она белая, такая красивая. Так. Привет из Тюмени, Надежда. Тверь, тоже всем добра. Юрий, привет, брат. Вот. Анна Олеговна. Все из Кирова тоже.
Кузнецов, Казачий район, приветствует вас. Казачинский. Ну, это же Краснодарский край, правильно? Лабасов, Десногорск. Всем добра, здоровья. Наташа тоже, видимо, что-то хотела пожелать. А, здравствуйте, Челябинск, правильно. Селезнева Ольга, Красноярск. Вот сколько нас разных. Привет из Нижнего, Влад. Вам тоже привет. Лена Александровна. Гражданка, это не Савельич ли вы? Вот иногда я видел слово Елена, думал, кто это Елена. А Лена Александровна, это 90%, что по теории вероятности, что это Савельич. Так, Наташа, здравствуйте. Ну, если ошибся, извините. Наташа, здравствуйте, Челябинск. И вам здравствовать. Благодатное место. Это царство Латинкова. Там уже должен, он же умер. Говорят, памятник сразу нельзя ставить, но когда-то придется ему поставить памятник. До сих пор времени его наследство, не наследство, а как называется? Не наследство, а его наследие будет утеряно. Вот, это страшная вещь тогда. Ни памятника, ни его клонов, ни его сортов. Вот. При слове Челябинск у меня сразу давление повышается. Господи, такого человека потеряли. Вот. Главное, что продолжение не следует. Добрый вечер, Чусовой. Вот теперь начались серьезные разговоры. Вчера прочитал в Инстаграме от дачного со... Люблю я такие... Сейчас. От дачного со советника это и прислал ужас. 8 правил обрезки груш. Я читал эти 8 правил. Обрезку брать ежегодно. Вот. Кстати, каждый раз после обрезки они еще гуще становятся. Откуда человек узнать? Я ей надо лайки. Вот. И вот это вот все, что вы записали, что высота не менее 60-90. Да мы это проходили, помните? Галина, может, вы не видели, а я это показывал и матерился как про эти 60-90 сантиметров. Страшная вещь, правильно? Вот. Но это вы только два первых. Теперь правило первое. А, нет, вы это повторили. Формирование крови, все то же самое. Ну, это вы повторили, ладно. Вот. Правило третье. Все волчки вырезаются. Я уважаю волчки неимоверно. Волчки – это замена кроны. Почему они этого не знают? Почему они дальше первого года не видят? Когда на второй, третий год они покрываются плодушками, а потом огромным урожаем. Как это случается? Ведь эта замена растет из коричневой крони. Ведь любое дерево в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, в средней полосе России – это эмигрант. Это не, у нас так мало деревьев, которые адаптированы. Я не говорю ранированы. Оно было бы ранировано, если бы его тут же не изувечили. Оно типа теряет все силы, здоровье. И потом исчезает вообще, как вид, целых регионов. Помните, у нас Агроном сказал, расти не будет. Все, мы пробовали. И вот получается, что значит, если мощные вертикальные ветки есть, на них дышать нельзя. Уже ясно. А вдруг они появляются снизу, а казалось бы, вверху нормальная крона, да, она еще зеленая, да еще с плодами. Сигнал тревоги. Крона начала погибать. Вы не видите, а волчки уже растут на замену. Это инстинкт дерева спасательный. И вот наоборот, оставить старую вымирающую крону и уничтожить замену, понимаете, это идиотизм полнейший. Просто мне спасибо вам, вы, правда, повторили меня, я все это рассказывал. Вот, пару вебинаров назад. Ну, Галина, я вас все равно бы расцеловал, знаете как? Вот, как влюбленный юноша. Ну и все, сейчас я все 8 не буду, потому что мы это все проходили. Вот. Ну и, конечно, обрезательное кольцо. Вот вы уже, вот понимаете, что здорово. Вы уже написали, пришла в ужас. Кто-то взял вот это, скопировал уже готовое, ведь потому что до него было вот до этого, до дачного советника. Вот, и вы пришли в ужас. Вот я пришел в ужас, теперь вы пришли в ужас. Но нам их пока не победить. Мы один против тысячи. Нас стало двое, а у них еще появится тысячи этих фильмов, тысячи. В инстаграмах видят тысячи, это все под копирку, еще тысячи, миллионы прочитают не нас, а их.
Нас прочитают, когда на тысячу, а их миллион, нас еще тысяча, еще миллион. И все хуже будет, хуже, и человек будет ненавидеть эти штампы, нет, отсутствие штампа, будет ненавидеть эти волчки. Вот он каждый год будет калечить дерево, потому что его научили. А, поехали дальше. Алексей, привет. Вы один из самых-самых. Если бы не вы, я бы не знал, что я такой популярный. У мошенников сотни украли, сотни фотографий перекочевали. Итак, каждая фотография от 5 до 100 копий перекочевала к этим мошенникам. Вот. Почему они не скинутся, мошенники? Их сотни, сотни. Почему хотя бы на коньку не скинутся? И вот это поражает. Ведь они фотографии мои берут беззастенчиво. Они красивые, они настоящие. Здравствуйте, Константинович, пишет Александр Юрьевич. Я прививаю сеянцы своих яблонь самыми вкусными своих сортов. Своих яблонь, своих сортов. Лучной капулировкой, правильно? Получается хорошо, но почему-то прививки получаются рогатка, как хотели. Не знаю, что с такими прививками делать. Вырастают по метру за сезон две ветки на рогатке. Какое горе, ой, какое счастье. Я в таких случаях, у меня были такие темы, были, вопросы были, ответы были, фотографии были, пока скажу. Вот рогатка. Одна вертикальнее, выпрямили ее с помощью колев. Вторая более уклончивая. Отрежьте, оставьте примерно так пятую часть. И это станет первой боковой скелетной веткой. Отрезать ее нельзя, даже если она лезет от самой земли. Я же учу прививать как можно ближе к земле. Поняли? Вот. Видите, никакой беды, ничего не вижу. Повезло, что рогатка, да еще какая мощная. Ой, нашли из-за чего это самое проблему. Нету проблемы. Так что рогатка это хорошо.